привет, я Глеб, всем привет. Всем привет, я Глеб. Жена начала бухать, несу ее на реабилитацию. Вот такая херня, ребят. Крым стал очень важным, очень домашним, уютным, родным местом. Это единственное место, в котором я очень сильно хочу жить. И очень прошу Господа, чтобы все было нормально. И чтобы там можно было прожить, может быть, и до конца своих дней.